Несмотря на официальную отмену общегородского субботника в связи с погодными условиями, члены партии «Единая Россия» и их юная смена «Молодогвардейцы» все же вышли на уборку города. Почистили дорожки в двух скверах. Приближается самый главный праздник страны – День Победы в Великой Отечественной войне. Одна из площадок в Ахе, где традиционно проходит торжественный митинг на 9 мая – это мемориал воинам-ахинцам. И несмотря на раннюю весну, снега здесь еще достаточно, поэтому единороссы решили почистить дорожки. Настроение отличное, боевое и рабочее. А, значит, задумка такова, чтобы очистить места притяжения наших горожан, чтобы они могли прийти в свободное от работы время, в выходные дни со своими детьми прогуляться, посидеть свежим воздухом, подышать. И поэтому с членами «Единой России» было принято решение сегодня собраться и в рамках объявленного общероссийского субботника, значит, провести такое мероприятие. Через некоторое время дорожки были очищены, дальше работало солнце, которое быстро растопило раскиданный снег, и к празднику, надеются участники субботника, здесь его практически не останется. Ахинское местное отделение партии «Единая Россия» присоединяется к этой вот большой всероссийской акции, к субботнику. Мы любим свой город, мы хотим навести в нем порядок. Понятное дело, что вот здесь нас, может быть, сегодня не так много пришло людей, но мы хотим просто своим примером показать, что надо город свой любить, надо за ним ухаживать, надо его убирать и держать его в чистоте. Вчера мы провели субботник, помогли почистить игровую площадку на территории центра «Родник». Сегодня пришли мы в этот сквер, сквер Победы. Кстати, хочу сказать, что этот сквер, как такое общественное пространство в Ахе, появился благодаря реализации проекта «Комфортная среда». Было голосование, этот участок победил, и он у нас появился. Сейчас у нас вновь объявлено это голосование. Люди могут проголосовать на портале за те или иные проекты благоустройства. Вот в этом году Аха может проголосовать либо за зону, смотровую площадку возле нашего паровозика, либо за сквер возле районного дворца культуры. Поэтому я призываю ахинцев быть неравнодушными, принимать активное участие в голосовании, чтобы таких вот красивых общественных пространств у нас в городе становилось все больше. А уборку еще одного сквера на перекрестке Ленина и Карла Маркса взяли на себя молодогвардейцы. Здесь такая же задача – почистить скамейки и дорожки. За день до этого чистили снег также на площадке детского реабилитационного центра «Родник». Инициативу опять взяли на себя единороссы. У нас сегодня в рамках Всероссийского субботника коллектив наш «Родника» и партии «Единая Россия» приводим мир в порядок, делаем его чище и красивее. Очень приятно было, что партия «Единая Россия», Центр социальной поддержки оказали нам такую помощь людьми, орудиями труда. Огромное-огромное спасибо, очень было приятно.